Как забыть бывшего? Смотрите, у нас есть эмоции и есть мысли. Эмоции, мысли. Многие думают, что эмоции можно заменить мыслями. Ну, то есть, если у меня есть любовь, надо о чем-то думать другом, и поэтому чувства пройдут. Или, например, у меня есть мысли, предположим, мужчина хороший, но эмоций нет. Я думаю, что мужчина хороший, а я хочу заменить это чувствами. Я хочу вам сказать, что эти вещи не взаимозаменяемы. То есть их нельзя заменить друг другом. Нельзя эмоции заменить мыслями и наоборот. Эмоции заменяются эмоциями, мысли замещаются мыслями. Почему это так? Так устроена психология. Вот смотрите, например, голубой – это цвет. Да, там фиолетовый – это цвет. Попробуйте мне заместить восприятие голубого цвета объяснением. Я попрошу вас объяснить, что такое голубой цвет. Вы скажете, конечно, у неба голубой цвет. Да, небо голубого цвета, у неба голубой цвет. И голубой это какой? Объясните. Объясните, что такое сладкий вкус. Вы скажете, сахар. Да, у сахара сладкий вкус. А сладкий вкус это какой? Понимаете, эмоции, ощущения мы не можем объяснить словами. Это из другой сферы совершенно. Эти вещи не встречаются. Они соединяются с друг другом, эмоции вытекают из мыслей, но заменить их, они не взаимозаменяемы. Их заменить нельзя друг другом, мысли, эмоции наоборот. Поэтому, чтобы забыть бывшего, забыть это означает не думать или не чувствовать. Если вы хотите не думать о бывшем, вам значит нужно думать о чем-то другом. Если вы хотите чувствовать то, что вы утратили, например, у вас было чувство любви или чувство заботы со стороны другого мужчины, но вы его сейчас не имеете, то вам нужно его получить из другого источника. Я понимаю, что звучит как капитан очевидности, типа найди другого, думай о лучшем. Но похоже, что люди иногда таких вещей не понимают. То есть, если просто сидеть ровно на попе и не получать новые впечатления, не делать усилия, сознательные усилия, чтобы думать о чем-то другом, вы ничего не сделаете с вашей психикой. Многие люди задают мне вопросы в надежде получить волшебный рецепт. Как-нибудь. По щучьему велению, по моему хотению. Да, по щучьему велению, по психолого-хотению Шахова. Пожалуйста, грусть, тоска на бывшего, уйди, уйди, там, трах тебе дух, да. Нет, так не будет работать. Нужно заниматься своими мыслями, нужно тренироваться. У меня есть техника такая, специальная аудиомедитация «Как забыть бывшего». Напишите в директ, там есть техника, связанная с заменой эмоций. То есть в этой аудиомедитации я предлагаю вам заменить эмоции. Одни эмоции другими эмоциями. Тогда это возможно. Но если вы не заменили мысли, а будете продолжать думать о том, чего у вас нет, вместо того, что вы хотите приобрести, то тогда мысли снова и снова будут возвращаться.